Сегодня на календаре пятница и время прогноза погоды на предстоящие выходные. 21 апреля отмечают Всемирный день творчества и инновационной деятельности. А еще День секретаря и День главбуха. А мусульмане празднуют Ураза-Байрам. А вот погода решила не портить в пятницу настроение краснодарцам. И к утру в краевой столице дождь закончится. А в течение дня синоптики обещают переменную облачность и градусники покажут до 17 градусов тепла. А вот после 5 часов вечера возможен небольшой дождик. Но стоит быть настороже, потому что в пятницу в Краснодаре ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Примерно такая же погода будет и в субботу. Будет облачно с утра, немного покапает дождь, а градусники покажут до 16 градусов днем. При все том же сильном ветре. А вот в воскресенье ветер наконец-таки стихнет, а тучки немного разгонятся. А воздух прогреется до 17 градусов при переменной облачности. В этот день православные отмечают Красную Горку, а во всем мире отмечают День книги и авторского права. Как говорила Марина Цветаева, встречаться нужно для любви, а все остальное есть в книге. Так что встречайтесь с любимыми и читайте любимые книги.